лучше просто налейте что-нибудь. Пожалуйста. Вот, меню на доске. Все коктейли фирменные. Выбирайте. Не обижайтесь, конечно, но креатор из вас никудышний. Кто? Создатель. Ты мне нравишься. Поэтому один коктейль от заведения. И что же это? Поверь мне, это то, что тебе надо. Чего ты удивляешься? Ты же вчера выпил коктейль «Харизма». И что? Что значит «и что»? Все коктейли в нашем баре обладают сверхсилой. Коктейли значительно обостряют какие-то качества, свойственные личности или чувства. Я теперь Человек-паук. Кстати, как коктейль называется? Храбрость. Спасибо тебе, великий Гудвин. Сейчас придут к тебе мои друзья и попросят у тебя мозги и доброе сердце.